И если в Израиле все так плохо, почему люди не протестуют? Израильское население отличается невероятной терпимостью. Они принимают все. Они не пойдут бастовать из-за Каханы. Они будут просто сидеть в кафе и сокрушаться. О да, все очень плохо, очень плохо. Они могут неделями так сокрушаться. И все. Но как насчет ваших сторонников? Неважно, сторонники они или нет. Что они могут? Сжечь город? Я не хочу сжечь города, и они не собираются это делать. Израиль — это не США, где президент Джонсон отказался участвовать в выборах из-за протестов. Там совсем другой мир.